Поверить не могу, у нас будет ребенок. Ты будешь самой лучшей мамой. Не забудь пристегнуться. Конор! Конор! Кэндис! Шеф полиции Джексон отвечает на вопросы прессы. Клянусь, пока я жив, я буду делать все возможное ради вашей защиты. Этот Эрл, Кэндис у него. Ты забыл вернуть должок. Что ты сделал с моей женой? Что тебе нужно, Конор? Мне нужна твоя помощь, брат. Мне нужно достать $2 миллиона до полуночи. Только одна команда сможет здесь разобраться. Кэп. Где она? Мы все смотрим за тобой, шеф. Мы все смотрим. Пошел вон. Все, что мы делали раньше, было в рамках закона. Но сейчас мы сами по себе. Какой план? Нужны пушки. Пришли, увидели, забрали. Все как обычно. Добром это не закончится. Вперед, вперед, вперед! Вы даже не представляете, с кем связались. Ситуация изменилась. Группа вооруженных мужчин... У нас проблема. Я разберусь и верну деньги. Я хочу ее увидеть. Уверен? Конор! Не провернем дело, ей конец. И что нам делать? У нас фактор внезапности и пушки. Готовы? Смотри, не переоцени свои способности. Кавалерия на подходе. За работу! Ты ничего им не скажешь. Я знаю все, что происходит в этом городе. Меня учили лучше. Учили побеждать. Отряд «Призрак».